Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Magic Replay. Сегодня будет видео, в котором мы будем следить за лидерами. Будем смотреть, чем они занимаются, возможно, они нарушают, либо что-то делают подозрительное. Поэтому видос обещает быть интересным, поэтому поставьте лайк. И также можете подписаться на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать 100 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также, конечно же, не забывайте вводить по промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Геймкапсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, поэтому вводите его, качайте свой уровень и забирайте свои деньги. Итак, пацаны, время сейчас получается почти 5 часов вечера. В игре много сейчас находится лидеров, заместителей. Здесь получается и полиция, и военные, и русская мафия, и скинхеды, правительство. То есть очень много людей в сети, и реально сейчас будет интересно за всеми ими последить. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, давайте с кого-то начнем. Начнем мы, я думаю, по порядку. Это единая служба спасения. Получается, Арман Вархан. Короче, пацан просто бегает. Я не знаю, почему он как бы не работает. Он просто дел маску и просто бегает по больнице, понимаете? Я не знаю, почему он как бы не переодет и почему он в маске вообще находится. Как бы вот, как бы он стоит просто в скине. Дайте денег, понимаете? Ну, вот такой вот интересный заместитель. Как его просто поставили заместителем начальника, если он как бы МГшит, прямой заместитель. Он вообще не работает даже. Он просто бегает по больнице, и уже можно было бы лидеру там устный выговор сделать, либо еще что-то. Ух ты, ёпта! Так, это у нас получается кто? Это у нас полиция, полковник. По-моему, это заместитель, да, это заместитель, а генерал полиции тоже как бы самый главный. И у них здесь, короче, очень-очень весело. Какой-то медведь, точнее, какой-то игрок в скине медведя просто берет, танцует. У них тут, короче, движуха полным ходом, как я понял. Как бы просто у них какая-то сходка, либо мероприятие, либо они просто отдыхают. Короче, какой-то администратор, походу, с ними бегает, потому что, видите, он скин поменял обратно на волка, получается, он был медведь. Ведьм. То есть весело, я вижу, у нас лидеры живут. Вообще прям очень весело. Пацаны просто отдыхают. Что я могу сказать? Просто пацаны чилят, как бы отдыхают. Это PR-менеджер был в маске, видите? Вот Делиора. Александр Делиоров, это PR-менеджер. Так, я предлагаю идти дальше. Здесь у нас какая-то гонка. Чего, блядь? Так, это у нас получается полковник, да? Вот полковник, получается, воинской части, если что. Ну, реально, я вовремя просто начал видос записывать, я так чувствую. Реально, прям очень вовремя начал снимать видос. Либо это какая-то запланированная гонка, которая там происходит раз в месяц, потому что что-то подобное я уже видел. Я вам точно сказать, короче, не могу. Ну ладно, не будем им мешать, пойдем лучше за кем-то другим последим. Здесь у нас, короче, лидер получается. Получается, байкеров. Роман Росси, короче, едет на своей буханке куда-то. С кейсиком просто чилит, понимаете, чилит. А, походу, слет, что ли? Нихуя себе. Нихрена себе. Подождите, я тоже хочу посмотреть на это. Я ебу, бизнес пацаны слетает, прикиньте. Ну, типа, реально, то есть, очень давно не было такого, чтобы слетали бизнесы, а тут еще и слетает риэлторка. И падают людей просто пиздец, пацаны. Возможно, сейчас именно она слетит, короче. Здесь очень много людей. Давно не было вообще каких-либо слетов. Ну, домов были слеты, но, типа, не так часто. А тут, ебать, тупо слетает риэлторка. Но это не точно, пацаны, сейчас посмотрим, как бы, одна минута остается. Кто поймал? А в натуре поймали, ебать, она по году слетела, прикиньте. Пиздец, я ебу. В натуре бизнес летел. Я хуею просто. Ебать, ебать, тупо бизак слетел, понимаете? Ну, короче, пацаны, я зашел на следующий день. Я слежу за, получается, лидерами, заместителями. У них здесь какая-то перестрелка. Их, короче, а вон с крыши, короче, в них стреляют. Я просто в ахере, пацаны. Такая здесь перестрелка. Их двоих положили. Ёб твою налево. Короче, какая-то здесь перестрелка, заруба какая-то непонятная. Какие-то девушки просто. А это отрицаловы, походу, да? Да, это отрицаловы всех убивают. Понимаю просто. Вот это у них заруба была жесткая только что. Ну что ж, здесь у нас получается лидер скинхедов, по-моему, если я не ошибаюсь. Точнее, заместитель скинхедов. Вот Лядерс, получается, как скинхеды. А нет, это лидер, прикиньте, нихуя себе. Сейчас посмотрим, чем он занимается. Он, короче, забежал, сделал себе ТТ, сделал себе СПД. И я так понимаю, либо он на рейд собирается, либо на капт, возможно. Хотя, вроде бы, каптов как нету, так и не было. Поэтому хрен пойми, куда он собрался. Ну, давайте за ним проследим, чем он, в принципе, у нас будет заниматься вообще. Вот это я понимаю просто лидер, блядь. По нему хуярить. Так, забежал в аптеку сразу. Потребил наркотики, чтобы ему ебасосинку не сломали. Походу ему пизда. На нахуй тычку ему. Пацан просто упал. В итоге поднялся.
На нахуй, на нахуй. Я хуею просто, ебать, без баяна. Пацаны просто между собой хуярятся. В итоге его убили, да? По итогу, короче, он перезашел, как бы срезает. Вот это я понимаю, лидер просто, понимаете? Лидер скинхедов просто дэймится, ездит по полям, как бы. Я просто в ахуе, серьезно, с него. Я думал, все бывает, но, блядь, чтоб так наглую просто нарушать. Чтобы вы понимали, это уже третий день, когда я записываю это видео, то есть реально у меня материал копится, я снимаю уже третий день, хочу реально сделать охуенный контент, чтобы было много интересных моментов, поэтому приходится снимать уже третий день, как бы я зашел, лидеры как бы есть мафия, есть военные, там есть ТРК, есть полиция, то есть есть за кем посидеть. Так, тут у нас лидер больницы просто берет и хуярит просто Мерседесе, какую-то РПшку, либо я не знаю, куда он едет. Короче, просто мчит просто. Олег Том, ебать. Друг, и нема, он хуярый. Ярик, блядь. Ну его нахуй, блядь. Ты шо? ЕСС 03, ебать. Ёбаный в рот. Давай, полетел, родной, полетел. Другу нема, ну бай. Тяни, блядь, тяни, давай. Короче, они просто едут куда-то и все, как бы, ну, особо ничего интересного нету. Ну, в принципе, больница это, знаешь, такая фракция, то что, ну, там редко что-то интересное происходит, поэтому я когда сколько не сижу за больницей, то там ничего постоянно интересного не происходит. Так, это у нас заместитель либо лидер ДПС перепутал. Так, это полковник, это заместитель, получается, лидера. У них здесь какое-то построение. Кстати, пацаны, там, ну, промокоды все-таки не забываем вводить, если что. Как бы, ну, надо уже 2000 промокодов сделать, поэтому, кто еще не вводил промокод, вводите, я вам буду очень сильно благодарен. То есть, вводите промокод, качайте уровень, получаете 450 тысяч. Я считаю, это нормальные бабки, сможете себе купить нормальную тачку. И будет у вас все заебись, поэтому не забывайте эти промокод. Короче, какое-то у них построение, блядь, что-то они тут, блядь, нихуя такого интересного не делают. Давайте, может, за криминалом последим, сейчас, может быть, рейдик есть. Блатной такой, так ты шо, шестерочки, дядя, ебать, ты шо, блядь, номера купил, ебать, дядя, ты шо, успокойся, ну его нахуй, ебать. Так это не его машина, ебаный в рот, это машина Егора Отрицалова, по-моему. Походу, либо он взял покататься, либо хуй его знает, либо спиздил просто. Нихуя себе, ебать, я даже об этом не знал, ебать. У него еще и своя лодка есть, прикиньте, ебать. Я хуею, ебать, без баяна. Вот это, блядь, заряженные пацаны, да, такие, блядь. И у них и лодка, ебать, и машина есть, ебать. Ты шо, блядь. Сын миллионера, блядь, или дочь депутата. Ну да, короче, на рейд приехал. Со снайперки, блядь. А, не простреливается, видите? Ебать, он хитрожопый, пиздец, ну. Так, другой заместитель пиздит склад, ебать. Вот правильно, когда идет рейд, надо бы очистить склад. Так, давайте посмотрим за военными, 254-й. Походу, у них здесь нападение, ебать. Вот это я вовремя попал. Салам алейкум. У них, походу, нападение, потому что еще и мусора приехали. Давай, забегайте, давай, let's go. Ебать, он... Ты куда побежал, алё? Ты что, крыса, ебать? Громов, блядь. Иди помогай пацанам на складе, ебать. А он попиздил еще за этим танком, да? Или куда он вообще попиздил, ебать? Ебать, он мышь, ты куда побежал, сука, на вышку, блядь? Иди пацанам помогай, ебать. Они там, ебать, очко свое, ебать, разрывают просто, ебать. Куда ты нахуй целишься? Иди пацанам помогай, Увидели, пацаны просто побежали на склад, а он просто на вышку забежал, ебать, чисто зашкирился, ебать. Ну что ж, пацаны, я снимал это видео 3 дня, надеюсь, оно вам понравилось. Да, оно получилось не особо длинным. Я вам показал самые интересные моменты, которые я смог записать за 3 дня, поэтому поставьте лайк, просто подпишитесь на канал, не забывайте вводить промокод, можете вступать к нам в семью, как бы у нас сейчас самая активная семья, как бы забираем обратно ваучеры, то есть все четенько, поэтому можете приходить к нам в семью, я буду всех принимать, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.